Нет, грейся. Потей, да? Потей, да. Раз, два, три. Так, Женя, ты, Женя, ты не видела маму сколько дней, месяцев? Лет. Лет. Сколько лет? Передача. Передача. Жди меня. Последний раз я видела 8 июля 2005 года. Помню этот день. Как это было сейчас. Сижу я в родильной палате. И мама машет мне ручкой, говорит, как на свече. А что в маме изменилось? Как тебе прическа у мамы? Мама показывает прическу. Показывает. Вот. Ничего. Волосы 2 сантиметра выросли, да? Она еще, она эти шмакли-пакли еще может завязывать в такие, да, эти, фиксировать, да, как-то? А, вот. А у тебя выросли волосы? У нас они не укоротились. А у нас они укоротились и не выросли. Татуированная рыба! Фламинго. Покажи. Бывшая фламинго. Вот, вот, тебя укусил вампир. В Макдональдсе. В Макдональдсе тебя поймал вампир, да? Да, картофельный вампир. И высосал из тебя... Фламинго. Да, не, высосал из тебя то, что там съела. Что там в Макдональдсе съела? Картошку, гамбургер? Не, гамбургер папа дал. Пирожок с повидлом. Наггетсы, наггетсы. Короче, высосал из тебя все наггетсы, ты осталась такая вот худая, как пришла в Макдональдс. Ты эту визаковку носила или не сносила, да? Нет. Третий раз, наверное. Обнимашки. Обнимашки. Это вот что-то надо снимать. Что-то я сказал про вампиров, которые в Макдональдсе. Ты так это прям даже замолчала. Я сказал правду, да? Обычно в ужастиках, когда вспоминают каких-то вот, ну, злодеев, все сразу замолкают, так, знаешь, в ужастиках. И так сразу, нельзя об этом говорить. Пожалуйста, об этом не говорите. У нас в семье об этом не упоминают. Да? Ага. То есть Макдональдс это правда такое, это зло. Зло. Да, зло, да. Отрова! А ты любишь Макдональдсы? Да. 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 Да, там, да, вкусненько. Там вкусно? Там вкусно или там экшен какой-то? Я люблю там только эти, как и наггетсы. Наггетсы, вот. Ну, идет здоровый образ жизни, поэтому идет только наггетсы. Только наггетсы. Еще мы любим суши. А с чего, а чего делаются наггетсы? Из куриные. А вот. Из курицы. Наклейки были. О, клей. Вау. И что это за дырка? А там дырка вот такого размера, вот. А как можно вот такую дырищу вот такого размера заклеить вот этой вот пимпин? У нас оказалась случайно такая же заплатка от лодки четырехместной, которая от лодки четырехместной, которая может 10 человек. Торнадо произошло. Торнадо. Такое спускать надо, да, спустить надо. Я даже Он по высоте не помещает. Люся? Ты не трогаешь, ты выспалась, Женя, сегодня, да? Да, 5 утра встала. Выспалась? Надо подумать, не очень.
Да. Сколько ты легла? То есть ты сейчас будешь спать или пойдешь на лыжах, на ватрушках кататься по снегу? Сейчас. А в Вильнюсе много снега? Ну, был один день, но сейчас он держится, но не прям там много. Ну как, там дети но катаются на лыжах, на ватрушках? Там, ну, для лыж и ватрушек мало снега. А для зимы нормально. Короче, здесь больше снега. Да. А ты не любишь, когда много снега, да? Почему? Любишь? Да. А я как бы не снег и Вильнюсе снег. Ну, нахуй, ты уже гуманист уже. Интервью. Да, интервью. Да, здравствуйте. Кусочек Вильнюса. Я везла Жене. Ну, кусочки не везла, воздух. А шапку привезла. А, привезла шубки. Давай, эти обмен такой торжественный. Вот. Да, Женя закатила сюда какой-то этот да, или саркофаг, или что это у меня. Да, да. Или артефакт, не знаю, что тут. Элизина карта. Судя по содержимому. Да. Ага. А, к нам приехал салон. Как это называется? Вильнюс на колесах. Нет, как это называется? Когда модели приезжают, вот, ну это тут балаган этот весь. Вот так вот внутри его сейчас. Труппа, да. Ну, труппа актерская. А как это у этих называется? Так вот внутри. А, к нам приехало модельное агентство, да. Люся, снаружи. Люся. Бегом. Очень красиво, очень модно. Не-не-не-не-не. Стоит дома. Состояние. Бывают же, это такие еще. Бывают же, Феррари. Армани. Сейчас на Чикабану. Суй лапой. Ты чувствуешь, что это? Это же Феррари Армани. Вот Феррари, вот видите, Феррари. Докская Феррари. Ну что ты говорила, ей маленькая. Ей самая-самая раз. Да? Мне сейчас тоже показалось, что она будет маленькая. А я представляю, как ее доченьки, если одеть. Там одну лапу. Ты подожди, а что тут не достанется? Люся, не дыши. Люся, не дыши. Подожди. Ну просто если Люся головой не вешал, то может быть застегнула. Вот, застегнула. Ну, Люсенька, роскошно, давай. Так. Красиво очень. Мех, надо мех. Не, здесь я не жила, потому что на пусть. Ее размер был отличный. Из Китая. И мы счастливые. Да. О, смотри, она даже вот что у нее, смотри, янтарная из бурштина, блин, да? Наташа, из бурштина, да? Угу. О, а это вот, видишь, выжжена этими, ну выжигалка, короче, специальная, выжжена вот всякие картинки. И что написано здесь? Каунас. Каунас. Вильнюс. Вильнюс. Это самые большие города Литвы. Да, но вот это вот... А это литовское золото. Литовское золото. А, как называется? Янтарь. Нет, по-польски. Золото. По-польски. Как янтарь? Не знаю. Забыл. Мой пес, смотрите, мой пес. Вот, видите, вот линяет. Мой пес вот. Видите, линяет. Пес. Понимаете, он линяет. Вот. Ага. Так, Наташа, бурштин. Что ты? Бурштин? Да. А, так, шоколад на Там, вот мой пенал мамой. Вот еще вот смотри. Вот это вот царапать. Круто. А этот пенал тоже мы заказывали, да? Да. Это китайское, да? И через Алиэкспресс. Магнитик лепая. Что там когда-то есть. Лепа. Лежит на земле этот чип. Свет хороший. Итак, амазонки выходят на войну тропы.
Вылезай на свет сюда, на свет вылезай. Амазонки вышли на траву войны. Да, лук, стрела. Да. Амазонки из племени какой-то, какое племя? Чемпион. Амазонки из племени чемпионов. Вот, вот мишень, стреляй сюда. Ну, только не в собаку, вот сюда стреляй. Вот мишень. Да? Вот мишень, у меня в руке. Амазонки целятся и... Короче, попытка номер два. Попытка номер два. Хорошо, ладно. Мишень, еще более сложная мишень. Вот такая сумка. Вот. На этот раз ты мне попала прям в руку. Номер 100. Да. Есть. Так, а теперь кулачный бой, рукопашный бой. Переходим. Нет. А, ты с этой? А я тебе с ноги по голове. Подожди, я поймаю твою ногу. Давай, не, ладно, тебе кулаком. Кунг-фу. А, ну все, победили амазонки. Потому что у них непробиваемая... Мой конь! Ты жестко. Это конь твой? А что-то конь убежал твой? Догоняет. Значит, победила ты только из-за того, что у тебя непробиваемая голова. Да. Тебя пытались... Да. Стой. У меня лук есть. Я помню, пацан после боя, знаешь, так боя, да? И все, и хочется снять себе доспехи. И он начал тянуть, и чуть голову себе не отрывает. Давай еще отпускай. Ну, человек, ну, то есть он, пацан забыл, что нужно сзади липучки эти все отсоединять. И он дерет с себя вообще, аж, ну, шея аж синяя стала.